Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm – это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm – получи то, чего хочешь. Так, очередная горячая жопа намечается. Я не могу сюда встать? Ладно. Какое оружие взять? Я не знаю. Плазму? Пулемет? Это что? Ну, блять! Не успел. Заново. А патронов нету. А я не умер. Лучше умереть, мне кажется. Да убейте меня! В смысле, убейте меня! Быстрее будет. Я проебал патроны и хитпоинты. Хотя мэби не быстрее, мэби зря. Сложно, вот сложно. Окей. Сука, урод. Нужно больше хп, наверное, для этого. У меня мало хп. Главное, гранаты попасть, как от демона. Патронов нужно больше. Ланго. Какой-то супер демон летающий сейчас появится. Здорово! Где он? Быстрее убей его! Изи. Это было легко. Фух! Окей, дальше что? О, засекреченный знак вопроса. Где-то он? Сейчас узнаем. Так, у меня наконец-то есть флейминг хук. Будет изи броню собирать в кои-то веки. А ну? Ой, это чел. Он слабый. Во, во! Ха-ха! Это реально легко. Легкая броня! Вообще легкая броня! Подписался бы, я не знаю, да, унич в скобочках, да.
секреты не были проебаны от падения. Так, тут файт. Это я типа жесткий? Хуясь, я могу всех разрывать! Давай! Ха-ха! На берсеркичах! Следующий! Ха-ха-ха! Это жестко! Давай! Ха-ха! Ух, блять! А бочку можно так же порвать? Кто меня бьет? Я не вижу. Да ебаные медузы! Ух, хорош! Да! Проблеры на месте! Бля, я умер, наверное. Да. Патронов нет. Знаете, что я подумал? Наверное, слишком рано взял ту руну. Ее нужно брать, когда тебе тяжело станет. Когда будет прям реально тяжело, ее нужно брать после этого. Мне вроде тяжело стало. Ой, мне вроде тяжело. Где моя руна? Тут была руна моя, такая красивая. Руна красоты. Ебать! Слабо, мало, мало. Я ничего не добился. Как говорится, чего я добился? Манкубус там что-то сидит, блядь, прячется. Подливыч.
блядь. Да, блядь, ну, как так-то? Кто меня бьет? С какой стороны? Я что-то не понимаю. Меня эта шалава разорвала на куски ногтями. Ну я взял рано руну опять, у меня не было выбора, меня убивали. Бля. Пусти меня, сука! Как я мог не умереть? Давай, а ясно, справедливо! Руна закончилась, когда на меня вылетела эта мразь. Она меня может рвать руками, а я больше не могу никого рвать руками. Справедливость бытия, меня зовут, блять, да-да, я. Да в пизду. Ясно. Да ты что? Да ты что? Да ты что, сука? Да ты ж... Говно! Ну что? Руна моя где? Я ее брал уже или нет? О! Ну давайте, суки, шалавы, давайте, блядь! Где они? Давай, где ты, сука? Ну, не на! Где эта мразь? Я не вижу их. Да! Следующая! Где они? На! Подавлены! Но! Ой, блядь! Да что ж ты будешь делать? Минуточку!
что? Блядь, это... я почти выиграл. Привет. Здорово, папич. Передай привет Илюхе, плиз. Блин, вот это было обидно. Я убил этого зеленого, я почти выиграл. Ну шо? Следующая! Сейчас буду рвать! О, кайф! О, кайф! Много сильных убил! Ну, этого большого, сука! Давай! Как его порвал? Ух, хорошо, блядь! Все? Кстати, по-моему, все, лол. Я всех порвал. Да, я всех порвал. Ух, грамотно рассчитал. Я порвал 4 змеи, двух жирных. Короче, я столько... Бля, вот это грамотно было. Фух. Так ты ему привет не передал-то, алло. Бля, серьезно? Окей, как ты не передал? Привет, Илюхе, передал. Вот, все, передал. Точно? Я не сказал этого? Я не знаю... Башка ловается. Это Doom, лол. Это пизданутая игра, конечно. Но она охуенная все-таки, anyway. Она слишком охуенная. Прям рели охуенная. Ху, бля. Ху. Это была критическая. Блять. Что я, как всегда, запаниковал? Тут можно было проще разобраться. Наверняка. Фу. Ну как залезть наверх? Ну, блядь, ну что ж... Почему заставляют гореть постоянно? Почему не могу наверх просто залезть? А мне нельзя? Мне запрещено законом? Я понял. Держите в курсе. Так, тут контента получается нет, я иду дальше. Ничего вроде пропущено не было. Там внизу знак вопроса дальше будет. А здесь я пропустил разве? Вот это все. Я там был вроде, подождите. Или я туда еще вернусь? Не знаю, походу туда еще приду. Мне туда? Я должен примерно почувствовать? Или я должен примерно прочувствовать? Что я должен сделать? Сложно? А файт сверху начинается. Он еще не начался. Надо что-то подобрать. Руну проебал только. Ну, я здесь, вот я на желтой теме. И... Окей, сложно. Как начать файт? Как файт начать?
Можно мне наверх? Понял! 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 Да убери! Ясно. Сам себя... Критическая. Мозги не работают уже вообще. Не знаю, я устал. Хули так сложно? На самом деле не сложно. Ну, конкретно здесь не было сложно. На! Так сложно вот. Самое сложное это переключать оружие. Каждый раз переключаешь оружие, блять, каждый раз нужно на новую ситуацию, на нового монстра, новое оружие. Новая секунда, новое оружие. Пиздец! Шалава ебучая! Да что ж ты творишь, блядь, пидорас ты! Да что ж он делает такое? Да ж... Как меня этот жирный урод поджидает в нужном месте каждый раз? Объясните мне еще одну вещь. Как жирный знает всегда, какой стороной стоять? Он никогда не стоит задом, он всегда стоит передом. Как он меня видит всегда сквозь стенки? Я никогда в жизни не видел, что он задом стоял. Я просто охуеваю. О, великие силы! О! Сать, раки! Блять, я не к тебе! Ну что, блять, подерёмся, типа, блять! Давай, на! На! Блять, гандон! Блять, что происходит? Я убил себя. Welcome to the world of shit! Как она прячется сюда за стенку? Шалава ебливая, блядь.
Понял, блять! Блять, он меня выстегнул один на один. Я не понимаю, блять. Да надо, посмотрите, что она делает! Шаловливая блядина! Она всегда доджит! Но я ненавижу ее! Минус башка, тварь! Еще! Нет, блядь! Я не могу! Я не знаю, что я делаю, я долбоёб. Но я не могу просто, блядь, я не могу, сука. Я не знаю, что я делаю уже. Я уже просто с ними пижусь. Не убегая, короче. На дауничах. Не хуёво! На! Я не вижу, блядь! Да я... Да, шо! Кто меня стреляет? Откуда?
Все? Разъебаны? Походу да. Кто остался? Какой-то еще микрочел где-то остался. Ну где? Я должен примерно так почувствовать или что? Ну где? Блять. Вы издеваетесь или что? Где-то зомби сидит и душит меня. Я не знаю где, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я летаю! Умри, сука! Сука! Ну, вы понимаете, что сейчас будет, наверное. Будет непросто. Лучше взять сразу замораживающую, а то меня зажмут просто. Меня по-любому зажмут. Как умереть? Как убиться об стенку? Как, блять, убиться об стенку? Надо заново. Как убиться? Я хочу просто убиться! Как заново? У меня теперь мало хп, чтобы... Блять, как убиться? Это куда проход? Куда дальше вообще? Я сейчас отсюда пришел. Я ничего не понимаю. Короче, мне надо пойти убиться. Так. Какие-то разные проходы, хуй знает куда, кто что ведет. А, нам наверх? Сюда еще проход или что? Чишо? Чи, да? С чем я теперь буду драться здесь? У меня ни хрена нету. С пулеметиком? Ну и что я сделаю, блядь? Окей, я мог что-то сделать до этого, если бы я думал бы. Мне нет сил просто больше думать. Да какой думать? У меня дышать нет сил. Почему у меня здесь сейф? На самом деле тут легко. Надо только подсобраться. И выкинуть две гранаты вовремя, и все. Тут легко, на самом деле. Прям вообще легко. Прям легко. Прям миссия изичайшая. Все! Вот и 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 все! Да, я. Я с ума схожу. Окей, на том уровне. Понял. Но не понял, но понял. Блять.
смысле в машину? На! Красиво! Бля, дробаш, конечно, ебашит. Тут цеглы. Что-то пока легко очень. Где сложности? Я жду подставу. Все? Это все? Это все? А какой файт пропущен в этой игре? А, вон какой-то вон файт. Супер последний или что? Там сейчас на супер верх ради супер последнего файта. Чешо. Идем дальше. This is Dr. Elena Richardson. Log entry 007. March 3rd, 2163. And with him, Blind Force. Понял. Dr. Hayden's office laboratory is located at the top of this facility. Attention, emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. My God, Dr. Hayden was convinced he would come here for this eventually. А чё? Куда ключ? Ну, я тебя слушал сюжет, я знал, что это. Can I just say that it is an honor for me personally to meet you? I. Attention. Emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. Какого-то вы тут делаете? Что за робот? We don't know how to access his main cortex. It's all alien. We couldn't figure it out. We have to prepare for his careful extraction. We were given specific orders. His life signal is barely readable. Warning. Это что еще такое? Очередной супербосс, бля, или что? Но он не выглядит сильным. Я не знаю. Они все выглядят на один выстрел с ракетницы. Nothing but a usurper, a false
idol. My eyes have been opened. Let me help you to see, Slayer. Окей. Какой-то мародер? Замарадер is a defensive powerhouse. Stand too close, uses his shotgun. Stand too far away, he throws projectiles. Keep him at mid-range, counter his attack when his eyes flash green. Otherwise, he blocks your shots. Сейчас за бред, блять. Когда у него глаза зеленые светятся... The Marauder is resistant to super weapons. Что такое super weapons? А как его убивает? У него как у минотавров... реген хитпоинтов, я не знаю. Или есть у него какие-то защиты, как у Doomhunter? Keep him at mid-range. Ну чё, кидает с топором, блядь, дашит и стреляет с дробовика, и чё, и всё. Не знаю. Блядь. Ну, по-моему, сложно. Я умер уже? Охуенно. Как я успею выстрелить? А, он чё, ровный ты, что? Так, я не понимаю. Окей. Хорошо. Все прошло на справедливочах. Warning. All our personnel. О, попал. Mortally challenged have entered the compound. Evacuation is advised. Куда он делся? Он сдался? Так быстро? В смысле, он сдался с двух попаданий? В смысле, блять? Ты сдался, долбоёб, или что? Как это так быстро? Я в него два раза попал и кинул гранату. Все? Это был босс? Это пиздец, блин. Я не понимаю. Он больше выглядит, как, знаете, как будто это игрок какой-то, бля. Щит у него какой-то дашит. Здоровяка стреляет. Батарейки на месте. Не нужно хватить. Моё. Привет, Виталий. Играл. Здравствуйте. Skyrim, если да, то как тебе игра? И кстати, ты еду сам готовишь или пользуешься доставками еды? И что в основном ты ешь? Отвечал уже много раз, я не умею особо готовить, только может быть самое примитивное. Я не пользуюсь доставками еды. Потому что, ну, я не доверял бы. Что я в основном ем? Мясо. Еще каши гречневую и рисовую. И сладкое. Я пью чай. Игра в Oblivion, Skyrim. Сейчас, короче, давай уже закончу. Так, я next уровень не пойду, вы понимаете. Я не пойду next уровень. Я знаю, что я не стримил Doom 3 дня, или сколько, или 4 дня. По-моему, 3 дня. Я знаю. Но я не пойду next уровень. Мне тяжело, блять. Мне морально и физически тяжело. Игра тяжелая. Нужно отдыхать после таких сложностей. Хотя Last Boss был какой-то странный. Without the priests, the demons will not consume Earth as the Conmaker had planned. Босс был какой-то странный. But there is still one priest left. Я ничего не понял. His signal. I can no longer locate him. Два попадания с этого с лазера и граната одна, и все? Dr. Hayden is transferring himself into your ship's mainframe. The architecture is similar to his own. Не поймешь. Не нужно кланяться.
Сегодня в городе Венеция происходит давление интимизации на ночной хранитель, нападавший. Представитель радостей Богдана и Крауди подстрела Акала имитатор размера XL, имеющий форму крана и топора. Скорый посетитель скрылся с места преступления с криком «Я и Акалач поиски уже начались». There is no easy way to access the core of Mars. Мы направляемся вовнутрь Марса. Только не сегодня. Не сейчас. The BFG 10,000. О, новая пушка. Designed by Dr. Samuel Hayden as part of the anti-demonic defense grid. I understand. Searching the coordinates to the BFG 10,000 now. You can't just shoot a hole into the surface of Mars. Не нужно кланяться. Понял. С баги ловишь. Понял. Чирик дошнулся за текстуры и сдох. По идее, он должен был иметь тебя минимум раз 20 еще. Дошнулся за текстуры? Ничего, это не последний. А, это был баг? Окей, я подумал, что это, наверное, был баг. Просто я подумал, что там как-то граната багнулась, и она ему нанесла дэмэдж, когда не должна. Я так подумал. Я не видел, что он дошнулся за текстуры, короче. Мобе, ну и к лучшему. Потому что оно выглядит реально сложно. Он спавнит миньонов, а сам он неуязвим со щитом. Его, походу, можно только дамажить моментальным оружием. То есть вот этим вот лазером. Все, кроме лазера его ничем нельзя дамажить. Если на него не действует фриз-граната, то он получается полностью неуязвим. Только лазер, все. Хз. Ну ничего, это не последний. То есть он не умер. Короче, окей, удачного стрима. Ну я уже заканчиваю конкретно дум стрим. Типа, я не могу больше. Ну, сука, я не могу. Я постараюсь завтра постримить. Я вот клянусь, что я постараюсь. Я не обещаю, что будет стрим, но я постараюсь. Но я просто не могу сейчас next уровень, я не могу. Но если, допустим, этот уровень я проходил 3 часа, я реально просто, бля. Я даже принял контрастный душ перед стримом, и все равно было как-то сложно. Я не то чтобы хочу там спать или что-то такое, просто морально подустал. Бесконечное валево, месиво. Бесконечная сложность. Я лучше пойду отдохну в казино. Идем, лучше я казик постримлю. Чем дальше Doom. Ну серьезно, бля. Это реально сложно. Постараюсь завтра снова застримить. Вот честно, я постараюсь завтра снова застримить. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.